Так, ну я вроде контроллер подключил. Флок называется. Так, это у меня уже что-то качаться. Точнее, скачалось. Флок игрушка называется. Это что-то такое. Челово-балдежно-спокойное, я так понимаю. Только у меня не работает контроллер. Почему-то. Что-то нажать, может, надо, типа? Есть шанс, что они в симуляции, но он не 100%. Чего ты написал, блядь? Ну, так это про, и про нас можно сказать, алё, блядь. Это вообще про что угодно можно сказать, практически. Да, шанс есть, но он не... А... Их... Так, у меня не работает контроллер почему-то. Алло? В смысле? Алло? Контроллер. Контроллер PlayStation 4. Вибрация в игре. Использовать раскладку Nintendo. Ну вот же он, типа, горит. Ну, вообще, кстати, вот странно как-то горит. Он, типа... загорается и потухает. Как будто он в режиме ожидания находится. Бля, надо уже наконец заказать какой-нибудь нормальный контроллер, а то этот, блядь, половина игр его не распознает, половина игр еще что-то. Ну, это мой самый первый контроллер так-то. Это вот я, когда плойку четвертую купил, он в комплекте шел, я с тех пор только им и пользуюсь. Вот с этого контроллера я понял, что контроллеры — это так-то прикольная тема. Я всегда думал, что это залупа полная. А как? Почему не работает? Перезайди в игру. Окей. Как там этот фестиваль называется? Стимовский. Хочу в название написать. Игром быть! Hello, I'm Richard Hogg, and I'm one of the people who made... Ну и тупое название. Тупое название вообще. Так, давайте заново. Контроллер использует систему ввода Steam. Игра не поддерживает ваш контроллер DualShock. Почему? Но почему? Ну, типа, окей, я бы понял. Но это же PlayStation. Ну, куча людей же играет с него, с их контроллеров. Почему они не делают поддержку их контроллеров? Я реально не догоняю этого. Все равно оно не работает, блядь. Да ты че? Окей, давайте я его попробую по беспроводу подключить. Может так заработает. Оф, у тебя нет контроллера. Никто. Кто-то, когда у него нет контроллера. Когда кто-то пов. Кто? Никто. Па-па-па-па-па. Вайерлес контроллер подключено. Ну а чё он тогда? Окей. Окей, подождите, я хочу зайти в другую игру и посмотреть, он работает или нет, или меня наебывают. Так, я зайду в Cult of the Lamp, но это типа на 3 минуты, ну, на 2, вообще на 1, на 30 секунд, на 25, на 24,5 секунды захожу. Па-п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 а
Так. Сейчас сразу меню должно стать понятно. Кстати, меню не скипается. Походу он не работает. Почему-то. А, не, вот завибрировал. Вот все работает. Алло. То есть они не просто не добавили поддержку контроллера. Они вообще типа отключили возможность играть на PlayStation-овских контроллерах. Это Фил Спенсер что ли делал игру или что? Нет, такое часто бывает, что типа нет поддержки, ну ладно, там просто показываются другие кнопки, но контроллер-то сам работает. А тут и такого нет. Что за бред? Может, в обсуждениях есть? Кстати. Может, в обсуждениях есть. Руководство обсуждения. PS-контроллер. Центр сообщества. Посмотреть обсуждение. Hello, hello. Так. DualShock not supported working in-game. А, вот тут сразу первая же тема. Контроллер работает, протестил его в Стиме, все такое. Update. I had to force DualShock 4 detection by enabling PlayStation controller support in all games. У него на это ушло 3 минуты. Сколько уйдет у меня на это? Что это значит? Как он это сделал? Он включил поддержку контроллера PlayStation во всех играх. А у меня что, она типа не включена, что ли? В настройках Стима. Да ёк-макарёк. Настройки. Контроллер. Калибровка и дополнительные настройки. Калибровка гироскопа. Настройки вывода, настройки подсветки. Это все не то. Есть прога отдельная для джойстиков. Разбирай контроллер, посмотрим, что там. Как починим всем чатам честно. Поддержка контроллеров PlayStation включена в играх без поддержки. Вот, я нашел эту настройку, она у меня и так включена была. Включена. Включена в играх без поддержки. Окей, давайте я всегда ее оставлю включенной. Мне просто любопытно, почему так. Ну ладно, если сейчас не заработает, похер, я уже тогда на клавиатуре играть буду. Выключи и включи. Окей, я еще выключу и включу, и если это тоже не заработает, то тогда... О, подожди, заработало. А? Реально, заработало. Найс. Так, чё тут? Тут все как-то лагает, да? Ладно, ничего тогда трогать не буду. Создать нового персонажа. О, подожди, тут надо своего челика сделать? Ну-ка. Ну-ка. Так, давай шапку-ушанку хочу. Нос. Какой нос? Длинный нос. Маленький нос. Очень маленький нос картошкой. Или... Ну такой, типа норм нос. Длинный. Хочу длинный нос. Отлично. Уши. Ну уши и так не видно. Типа оттопыренные или не очень. Вообще нет, здесь уши какие-то, типа, разделенные на две секции. Пускай такие будут. Волосы. Могу волосы как нос сделать. Power Donut. Блин, тут прически, как я не знаю, в Adventure Time каком-то. Давайте вот такие. Аксессуары. Это что, это плащ какой-то? Шарф. Давайте шарфом будем, чтобы не замерзнуть. Красная куртка. Штаны. Без штанов нельзя. Или... Нет, нельзя без штанов. Цвет кожи. Розовый. Bird Livery.
О-о-о, погоди. Ля, это как этот же, как они называются? Тукан? Истукан? Или как-то по-другому они называются? Тукан, да? Окей. Я буду летать на тукане. Так, ну и все, мы готовы. А-а-а, тут можно было рандомизировать. Держите X, чтобы создать. Так, окей, Нил. Нас зовут Нил. Соло-игра. Она вроде как типа задумывалась как мультиплеерная, я так понимаю. Думаю, мы почти на месте. Маленькая девочка, ой, старая девочка. Сложно сказать со всеми этими облаками. Интересно, тетя Джейн, нужна ли наша помощь? Тебе она понравится, я думаю. Она профессор зоологии, и она действительно тебя... Поэтому она действительно, короче, ты ей понравишься. Не уверен насчет дяди Рега. Ты не самая его любимая овечка, поэтому он может тебя даже не запомнить. Не заметить. Окей, короче, ясно. Что делать-то надо? Опа. А, это вроде бы... Блин, от каких-то это разрабов, от создателей то ли Джорни, то ли чё, то ли... Чё-то, короче, такое. Так, а как? Муф, дэш, РТ, Нил, чир, сэд. Так, я могу эмоции какие-то делать. А как взлететь повыше-то? Окей, это я подпрыгиваю. Это он кудахчет. Но, видимо, именно взлетать нельзя, я так понимаю, да? Ну, значит, летим. Куда-то мы прилетели. Джейн визит. Визит Джейн. Так, мы в какую-то деревню прилетели. Здорово. А вот и Джейн. Подожди, я не умею управлять своим туканом. Как мне опуститься? Это типа от первого лица. Это ни за что не отвечает. Это ускорение. Тетя Джейн! Тетя Джейн, помоги мне! No. Нил, ты добрался сюда? А, должна признать, я начинала волноваться. Это что, ты, Нил? А, какая услада для глаз? У нас... Окей, понятно, это лор, я хочу посмотреть по геймплею, что вообще? Что делать-то надо? Надя! Купить одежду, изменить прикид. О, а сколько у меня шерсти? 0. А ты что продаешь? А, это этот самый Uncle Rec. То есть, пока, я так понимаю, моя задача это летать и стричь овец. Надеждин может быть хоть уточкой, но вокруг него уже объединилась оппозиция, и он уже получил 10% поддержки в РФ. Так и важны его заслуги, если в этом есть шанс наконец объединиться. Ты понимаешь, что эта же поддержка есть вокруг кучи других оппозиционных людей сейчас? Я не понимаю, чего ты пытаешься сейчас добиться? Чтобы что? Надеждин, чтобы что он сделал? Чтобы он типа призвал людей выйти или что? Я знаю, что у него есть сейчас поддержка этих людей, но она есть только за счет того, что его видят как инструмент люди, а не потому, что в нем видят действительно фигуру какую-то президентскую, блядь. Ты реально как будто какой-то основатель фан-клуба Надеждина или что? И пытаешься меня убедить в том, что именно он, у него есть возможность сейчас что-то поменять. Нет, ее нету. Есть возможность поменять что-то только у людей, если они совместно решат что-то делать. Он может предлагать свои инициативы, но, блядь, ты от меня, что ли, хочешь, чтобы я его заставил какую-то инициативу принять, или что?
Он может эту инициативу вынести на всеобщее обсуждение, и там уже люди могут принимать какие-то решения. Ну и если уж на то пошло, то нет, Надеждин — это не та фигура, вокруг которой вся оппозиция будет объединяться. Она есть, но это не он. Так что, чувак, я не понимаю, чего ты добиваешься. Создание гайда? Новая семья была открыта овечки. А, тут разные типа животные будут, да? Попробуй найти еще типа три, короче, разных животных надо. А это кто такие? Чат. Это же вы. Нереально, вы кто такие-то вообще? А как вниз опускаться, я не понимаю. Тут управление какое-то странное. Типа, казалось бы, здесь будет кнопка подниматься вверх и подниматься вниз. Но нет, такой кнопки нет. Попробуй идентифицировать их. Это кто? Новое семейство открыто. Бевлс. Это настоящие животные? Бевлс. Такие существуют? Путешествуют. Какое описание подходит этим бевлам? Very scruffy pretends to be a fruit. Ворует вещи. Путешествует в группах, и что-то у него там, короче, какие-то волосы на голове присутствуют. Very scruffy. Scruffy это что это? Короче, пытается делать вид, что он фрукт. Да, я уверен. Give it another try. А, понятно. Вот тебе и видимость выбора. Это неверно, это на самом деле Баскинг Бивол? Тетя, я просто хочу полетать на своем попугае. А меня заставляют тут в демке проходить какой-то урок биологии. Мне кажется, демка должна быть создана для того, чтобы показать, ну, типа, приколы какие-то там, особенности игры, какие-то там геймплейные элементы. Вот это геймплейный элемент. Могу посидеть вот на веточке. Но я так понимаю, это скорее про мультиплеер игруха. Окей, полетели. Так, этих ребят я уже знаю. Ну, о, а через дыру пролететь можно? Ну-ка. ASMR Food Experience у меня скачался. А чё? Не-не-не, там что-то точно появляется, но меня как будто бы блокируют. Как будто я что-то то ли нажать должен, то ли чё. Серьезно, я не могу в дырку эту залететь даже? Чил. Я улетаю в далекие-далекие края. Опа, полетел. И вот интересно, типа я куда-нибудь могу добраться сейчас? Меня, походу, тут специально блокируют. Да, здесь какой-то круг, короче, очерчен. Да ну, я думал, можно будет куда-нибудь там, типа, слетать. Может, с ускорением можно было? Да хер его знает. Короче, идем дальше. Непонятно, какая-то игра, я не очень понял. Русского языка нет, нихуя непонятно. Двигаемся дальше. Так,